Так, добрый день, уважаемые зрители. Я прошу вас поставить плюс в чат, если меня слышно. Сейчас будет еще и видно. Так, пока можете ставить плюсы. Пожалуй, мне придется на сайте все открыть. Итак, жду ваших сообщений. Вижу, Евгений, спасибо. Начинаем наш обзор. Зовут меня Александр Котин. Я аналитик и преподаватель официального партнера Альпари в Екатеринбурге. И мой обзор называется «Краткосрочный волновой анализ валютных пар и золота». Итак, мы переключаемся с вами на графики валютных пар и делаем обзор. Итак, начинаем мы традиционно с евро. И сперва я делаю обзор по плану. Потом перехожу к ответам на ваши вопросы. У меня несколько притормаживает машина, но тем не менее сейчас мы... все уже работает. Хорошо. Итак, да, спасибо, что отреагировали. Итак, евро. Начинаем мы с вами с евро. Евро-доллар, дели. По-прежнему происходит снижение. И... вполне вероятно, что у нас все-таки развивается нисходящий импульс, АО по-прежнему нарастает. Далее переключаемся на 4 часа, смотрим импульс, который мы видим на 4-часовом графике. Здесь 147 баров для оценки, это уже несколько много. Берем 6 часов, и вот здесь 98. Максимум движущей силы практически на одинаковое, что в этом импульсе, что в этом импульсе. Далее мы оцениваем импульс в правильном масштабе, тот, который у нас начался 10 июля. Вот здесь у нас 105 баров. И вчера мы говорили о вероятном завершении коррекции и о развитии пятой волны вот в этом импульсе. Здесь у нас 105 баров, уход через ноль говорит нам о том, что вполне вероятно, что в этом импульсе у нас развивается четверка. Хотя можно посмотреть еще и вот так. Здесь 151 бар. И могло быть и по-другому несколько. Может быть и по-другому. Может быть это уже полноценный импульс, это его коррекция. В данном случае это не имеет большого значения. Значение имеет только то, что мы видим в данный момент. То, что было до этого, значения не имеет. Нас будет интересовать вот это движение. От фрактала до фрактала, который мы будем смотреть. Здесь у нас сколько? 16 баров. Значит, нам нужно взять правильный масштаб для этого графика. Точнее, для этого импульса 100-140 баров у нас должно быть здесь. Вот как раз таки 140 баров. И в данном случае не исключено, что данный импульс не завершился. И то, что было вниз, это только волна B. Потому что явно видно, что она имеет структуру не полноценного пятиволнового импульса, а структуру ABC, то есть вероятно коррекции. Поэтому в данном случае не исключено, что мы можем снова обновить вот этот максимум, который был образован 21 числа. И в данном случае все-таки то, что мы видим с вами где-то примерно на 6-10 минутах, вот тут как раз у нас есть уход через ноль. Есть только первая дивергенция в этом импульсе. Что говорит о том, что не исключено, что это только четверка. И еще мы можем добить вот эти максимумы снова, прежде чем разовьется движение вниз. Поэтому с продажами, я думаю, пока надо подождать. Британский фунт здесь по-прежнему остается ключевым значением 56.67, 1.5667. Открываем масштаб где-то порядка уже часов 6 для оценки всего импульса, здесь 100 баров. Предположением было то, что здесь может развиться пятерка, но не исключено, что пока все так и остается, потому как все-таки 56.79, вот этот минимум первой волны этого импульса, он пробит не был. И далее мы оцениваем то, что происходит у нас в импульсе, начавшемся от 15 июля. Оцениваем только лишь по факту.
Здесь мы видим пока два импульса, то есть импульс, коррекцию, еще один импульс и еще движение вверх, которое пока еще непонятно во что выльется. То есть оно может быть как коррекцией предыдущего нисходящего движения, так и может новым быть импульсом в восходящем, вот в этом движении, потому что его же тоже надо открывать в масштабе и смотреть. То есть в данном случае вот так. Здесь 128 баров, максимум движущей силы здесь вот где, и потом у нас был уход через ноль, вот так. Но в текущей ситуации я бы обратил внимание опять же на то, что происходит по факту на рынке сейчас, а не происходило когда-то давно. Поэтому я беру вот это движение, опять вот так же открываю в масштабе. В данном случае видим вот этот первый подъем и новый, и еще один подъем. И не исключено, что здесь вот что у нас происходит. Видите, вот этот минимум остановился вот на этом максимуме. Это не просто так. Это говорит о том, что мы имеем дело с двумя импульсами. То есть у нас был один импульс, вот это еще один импульс, который может добить еще вот эти максимумы, которые были вчера образованы. Потому что вполне вероятно, что если мы вот это движение возьмем уже в 99 баров, вот возьмем минут 15, здесь будет 132 бара. И в данном случае не исключено, что этот импульс он может иметь продолжение. Но нужно понимать, что если 1.5579 мы будем пробивать, то вполне вероятно, что это движение было завершено. Просто в таком масштабе его не видно. И нужно понимать еще тот момент, что дивиров мы можем не увидеть внутри как бы последнего импульса. Вот так. Тем более это уже мелкие масштабы пошли, которые там ниже 10 минут. И поэтому в данном случае нужно ориентироваться именно вот на то, что происходит даже вот тут, вот в этом движении. Можно, конечно, его посмотреть. Вопрос только в том, есть ли в этом большой смысл. На мой взгляд, это может выглядеть как два импульса. И поэтому, если у нас 1.5579 мы будем пробивать, вот где-то нужно вот такой взять масштаб, то не исключено, что у нас может быть развитие снова нисходящего движения, потому что, как я уже не раз говорил, о том, что завершение импульса нужно смотреть на старшем интервале. А у нас здесь завершилась коррекция на дейли, да, и развитие нисходящего импульса. Ну, было, началось, но пока у нас либо не пробито, либо вот это вверх, либо вот это вниз, мы об этом говорить пока не можем. Идем дальше. То есть можно пока по фунту вне рынка оставаться. Дели, швейцарский франк. Здесь смысл следующий. Здесь восходящий импульс, коррекция и развитие нового импульса от 6 мая. Тут 56 баров. На 12 часах снова берем где-то около 100. Пока существует... Так... Пока существует здесь дивергенция, которая в данном случае ни о чем не говорит, потому что последний импульс нужно в правильном масштабе смотреть. А для него правильный масштаб будет это 50, точнее 4 часа, там где будет уже больше 140 баров, и мы будем видеть один импульс, коррекцию, еще один импульс. И уже вот этот импульс здесь 53, где-то 2 часа взять, будет 100-140 как раз. Где-то вот уже порядка 106. И максимум движущей силы в третьей волне будет видно прекрасно. То есть максимум первой волны здесь выделен. И возможно, может у нас развиться новое восходящее движение. Но опять же не стоит исключать того, что сейчас мы масштаб немножко поменяем, что могут быть добиты вот эти минимумы. Потому что вот это восходящее движение может быть только волной B в коррекции. Австралийский доллар. Смотрим импульс вниз, второй импульс вниз. На дейли у нас завершилась четверка нисходящего импульса. Развивается пятая волна, в ней первая, вторая, третья. И то, что мы с вами будем видеть в последнем импульсе, ну пока в последнем, на 6 часах, здесь 99 баров. Здесь пока не было ухода через нулевую линию. И нам нужно оценить вот... Мы говорили о возможности развития здесь коррекции в четвертой волне и построили целевую зону между 38,2 и 51,8 по отношению к третьей волне этого импульса всего.
на 6-часовом графике, потому что здесь как раз таки правильный масштаб для оценки, здесь 100 баров. Далее берем то, что у нас вверх от минимума, открываем также в правильном масштабе, то есть здесь где-то придется нам взять 100, здесь 150 баров как раз таки. Ну и что мы тут видим? Мы видим, что у нас пробит вот этот минимум, точнее максимум от 21 числа 12.30 по терминалу. Это означает, что в данном случае импульс-то восходящий закончился, вот этот. И опять же не исключено, что вот это движение, которое состоит из двух импульсов, оно может быть только лишь волной А в коррекции, и то, что развивается вниз, как бы А, Б и С, то есть как бы волна Б целиком. Вот, поэтому оценить стоит вот этот импульс, открыть его примерно где-то вот так. Ну, что мы тут видим? Мы видим тут дивергенцию с выходом через ноль и полноценное пятиволновое движение, то есть А, Б и С. Вот так. Но, опять же, не стоит забывать о том, что это только первая дивергенция, здесь правильно? А это означает, что это могла завершиться только пятая в третьей этого импульса. Поэтому в данном случае, если мы снова обновим этот минимум, то после этого, возможно, внутри дня можно будет торговать волну С. Но до минимума всего импульса здесь остается совсем немного, 37 пунктов. Но как бы нужно наблюдать вот за этим движением. И вот за этим движением, которое внутри даже этого импульса, мы уже его тоже можем открыть. Даже ничего страшного, если мы его на двух или на минутном графике возьмем. Оно же будет иметь точно такую же структуру. То есть вот тут у нас только тройка развивается, вот здесь. А там еще есть первая волна за пределами, вот она. То есть не нужно думать о том, что уход через ноль – это завершение всего импульса. Нет, это скорее всего завершение в данном случае только пятой в третьей, и то она не закончилась еще. И видите, здесь движущая сила усиливается. Поэтому не исключено, что где-то в масштабе 30 минут мы можем добить еще вот этот минимум от 23-го 3 часа по терминалу. Поэтому наблюдайте вот за этим и смотрите, что будет дальше происходить. Вот, потому что это могла и вся коррекция завершиться, и могла быть только волна А в этой коррекции. Поэтому здесь пока сложно сказать. Вот. Но как минимум мы видим, что нисходящий импульс у нас не закончился. Поэтому, подбирая уже вот для всего импульса такой вот масштаб, мы можем говорить о том, что нам, конечно, лучше взять часов 5 построить, и мы будем видеть и вот тут пересечение через 0 и тут, но у нас такого интервала нет. А построить его, конечно, можно в четвертом метатрейдере, но для этого нужно время, а у меня его нет. Нужно идти дальше. Так, развивается на доллар-иене у нас восходящий импульс. Его мы оцениваем как пятерку в импульсе от 30 апреля. И вполне вероятно, что цели у него могут находиться выше 125.71, но мы так рассуждать не будем. Только при той причине, что нас интересует только то, что происходит здесь сейчас, и все волны мы оцениваем только по факту их появления. Вот так. И в данном случае 125 баров мы видим по японской иене. Но в данном случае, если у нас развивается четвертая волна в импульсе, который у нас начался 8 июля, нам стоит оценить ее уже в несколько ином масштабе. Вот так, здесь 98 баров. Здесь, соответственно, 124 бара. 124 бара. И в данном случае не исключено, что это только первый полноценный импульс в коррекции. И то движение, которое мы видим, вероятно, это волна B. Поэтому в данном случае, ну и во-вторых, еще есть еще один момент. Чаще всего целевая область для четверки это между 38 и 2,50. Поэтому не исключено, что может появиться еще один коррекционный импульс. То есть тут рано покупать. Это нужно смотреть, что будет здесь происходить. Пока мы видим два импульса в коррекции предыдущего нисходящего движения А, Б и С.
Поэтому не исключено, что вполне вероятно развитие еще одного импульса вниз. Канадский доллар на дели у нас 1, 2 и 3, это в пятой волне после завершения четвертой коррекции и отработки целевой области. И далее то, что мы видим в последнем импульсе, то есть это у нас тройка всего импульса, начавшегося еще 14 мая, а она началась 18 числа. Вот ее структура видна хорошо на 6 часах, здесь порядка 100 баров, и видна только первая дивергенция. И не исключено, что в данном случае эта дивергенция только внутри третьей волны этого масштаба. То есть вполне вероятно дальнейшее движение вверх. Глядя вот на этот график, мы можем об этом говорить, но мы будем оценивать вот этот последний импульс, который мы видим на 6 часах. Он начался у нас вот тут. Опять же, можно справа налево оценивать, здесь 105 баров. И в данном случае мы видели несколько диверов в тройке этого импульса, уход через ноль в четверке. И вот у нас снова обновлены максимумы. Это говорит о том, что коррекция у нас завершилась. И развивается еще импульс, который мы сейчас откроем опять же в правильном масштабе. Здесь 20 баров, а нам нужно минимум 100 для оценки. 158. Вот 20 минут придется взять. Ага, вот так. И это говорит о чем? О том, что импульс-то восходящий не завершился. То есть здесь даже никаких дивергенций нет пока что. Но в нем был первый подъем, коррекция, еще одно движение. И не исключено, что это только четвертое в третий этого масштаба. Вот примерно 20-30 минутного. Поэтому продолжение следует. Новозеландский доллар здесь стоит оценить примерно часа два, и в котором мы будем, и в этом масштабе мы будем видеть последний импульс, где 112 баров, первая волна, вторая, третья, четвертая. У нас не пробит минимум первой волны, то есть 0.6663, но вчера мы говорили с вами о том, что не исключено, что в волне С этой коррекции разовьется еще один импульс. Ну и что, что там такие исторические максимумы? Ни о чем это не говорит. Вот. 121 бар в данном случае мы видим. И мы видим, что мы перебили максимум 21 числа. И в данном случае мы это движение можем расценивать как пятерку в волне С. Вот так. Как пятерку в волне С. Пока что. И мы можем зайти в последний импульс, посмотреть, что внутри этого импульса происходит. Открываем вот так. И открываем вот так. Порядка 100 баров. 1, 2, 3, 4. И не исключено, что мы будем добивать вот этот максимум, прежде чем разовьется импульс вниз. Поэтому я так думаю, что с продажами стоит подождать. Золото у нас нарастает, движущая сила на 6 часах на дели также происходит, поэтому вполне вероятно дальнейшее развитие нисходящего импульса. Вот в масштабе, когда мы его открываем, здесь 100 баров, практически 100. Мы видим только лишь одну дивергенцию, и в данном случае не исключено, что по-прежнему наилучшей стратегией в этом случае продажа с коррекцией. Серебро, ситуация аналогичная, то есть тоже ждем корректировки, заходим вниз. Все, здесь других, я думаю, вариантов нет. Коррекцию я вот, допустим, принципиально не торгую. Пара доллар-рубль. На дели у нас восходящий импульс. На 4 часах мы этот импульс будем видеть в более-менее таком правильном масштабе. Имеется в виду последний импульс всего импульса. И вот здесь порядка сотни баров, пока мы не видим дивергенции, но мы подбираемся снова к максимуму, который был образован 7 июля. Поэтому не исключено, что все-таки мы туда и направлены, сориентированы. Вот именно этот масштаб и нужно оценивать. Потому что лезть вот сюда не стоит. Делать там нечего. Это может развиваться долго. Ну, что мы тут увидим? Да ничего мы тут не увидим.
Потому что завершение импульса надо смотреть именно на старшем интервале, вот там, где его будет хорошо видно. И, соответственно, общее направление рынка видно. Нефть Brent, общее направление опять же вниз. И не исключено, что наши цели ниже, предварительно находятся ниже 55 долларов за баррель. И, соответственно, WTI у нас снижается, и она обновляет минимумы. Ну и да, вы можете писать свои вопросы, пожалуйста. Ну и в данном случае, то, что мы видим на 4 часах, не исключено, что это третья волна импульса, начавшегося еще вот здесь, 10 числа. Так, переходим к вашим вопросам. Ну, комментарии я зачитывать не буду, только по исключительно валютным парам. Будет интересовать нас с вами сингапурский доллар к иене. Сейчас посмотрим, есть ли такая, есть такая пара в пятерке. И в данном случае общее направление рынка нас будет интересовать где-то на месячном графике. Здесь у нас восходящая тенденция. И кроме того, мы будем видеть структуру импульса. Здесь 200 баров. И в данном случае, скорее всего, мы находимся по-прежнему в третьей волне, потому что на месяц у нас не было какого-то более-менее глубокой коррекции там, к зеленой, красной, либо к синей линии баланса. Далее мы оцениваем импульс, вероятно, пятая в третьей, который мы видим вот здесь. 109 баров как раз-таки у нас в этом масштабе. 1, 2 и 3. То есть вот в этой волне у нас как бы тройка только развивается. У нас видны один фрактал, второй. И вот еще один максимум образовался. И дальше в последний импульс мы заходим и оцениваем то, что в нем происходит. 123 бара. Вот видите, у нас завершилась коррекция. Возможно, опять же, четверка вот этого масштаба daily. И надо оценивать, опять же, то, что происходит сейчас. А тут мы будем видеть следующую картину. Ага, тут у нас, вероятно, все-таки завершился импульс. И вот это все плоская коррекция этого импульса, которая, вот видите, в диапазоне в каком находится. Сейчас мы тут сетку уберем лишнюю и поставим ее вот сюда. Поставим ее вот сюда. И вот откроем правильный масштаб для этого движения. Это будет порядка вот 130 баров. Прекрасно по АО мы видим, где у нас была первая волна, где была вторая, где третья была, где был дивер между третьей и пятой, где дивер внутри третьей и четверку видно. Все видно хорошо. Далее мы смотрим вот сюда и видим, что... Ага, ну да, действительно. Как бы это для меня не имеет значения, но тем не менее надо вот так сделать, чтобы мы с вами видели, что вот 38,2. И это говорит о том, что не исключено, что это все-таки плоская коррекция, развивается здесь какая-нибудь А, Б там, и С. Но, во всяком случае, когда у нас завершится вот этот импульс в этой коррекции, то есть вот у нас А, Б, С. Когда у нас завершится импульс в этой коррекции, он еще не закончен, явно видно. Не исключено, что мы еще можем вот сюда подойти, да? Вот отсюда можно будет, наверное, рассматривать покупки. Но надо будет убедиться в том, что действительно здесь завершается вот это движение. Пока, на мой взгляд, оно не закончено. То есть в нем может быть как 1, 2, 3, 4 там и 5, так и 1, 2 и 3. Поэтому это уже для меня это мелкий интервал. То есть я смотрю вот так, минимум 4 часа. Что там у нас дальше? Еврофунт, еврофунт. Еврофунт дели, мы снижаемся. Здесь видно нарастание движущей силы. Здесь видно импульс, коррекцию, импульс новый. И вот в этом импульсе 32 бара мы будем оценивать еще и вот так. Тут 94. 94. На 6 часах у нас 127. Мы видим один импульс, коррекцию и вот еще новый импульс в этом импульсе. Открываем 37 баров. Здесь у нас 73.
и берем где-то вот часа два примерно, чтобы было все это видно. Ну что, в данном случае мы можем говорить о том, что мы можем оставаться в коррекции до сих пор по-прежнему. Почему? Потому что ее надо смотреть внимательно и несколько в ином масштабе, потому что это может быть четвертая волна всего вот этого импульса. Вполне возможно. И после ее завершения мы, не исключено, что увидим еще движение вниз. Здесь у нас 95, вот это движение явно не имеет пока импульса, но не исключено, опять же, что это может быть развитием импульса нисходящего, потому что надо смотреть вот сюда, вот, где у нас закончился первый импульс. Если мы его не пробиваем, если опять же нас будет интересовать больше то, что происходит тут, а не где-то еще, открываем правильный масштаб этого движения, минут 6-10 там, ну, оно имеет на первый взгляд структуру полноценного импульса, ну, и четверки бывают в виде полноценных импульсов, поэтому не нужно тут ничему удивляться, вполне это может быть 1, 2, 3, 4 и может развиться еще импульс вниз. Вот, потому что четвертая волна всего вот этого масштаба, который мы видели на 2 часах, она отработала целевую зону, и оттуда пошло резкое нисходящее движение. Поэтому вполне вероятно здесь развитие импульса вниз. Далее, евро-канадец. Ну, я уже Евгений еврофунт рассмотрел, поэтому будем смотреть евро-канадский доллар. Ну что, мы обновили максимум, правильно, на дейли. А на недельном графике мы видим, что это у нас, скорее всего, пока коррекционное движение, но, опять же, нас будет интересовать то, что происходит у правой части, а не то, что тут было. Поэтому мы смотрим вот так. У нас был один импульс, была коррекция. И вот мы не пробили 1.3977, про что мы и говорили с вами. А здесь у нас 146 баров, где-то вот 4 часа нам надо взять. И вот он импульс. 110. Вот в нем максимум движущей силы. И пока есть дивергенция. Но последнее это движение мы видим, что оно еще не закончилось. Поэтому не исключено, что вот это все может быть продолжение тройки в этом импульсе, начавшемся 29 июля. Июня, то есть. Вот так. Потому что когда вы отдельно вот это посмотрите, где-то вот на часе это будет видно хорошо. Что это? Возьмем меньше. Где-то вот так вот. Видно же, что движущая сила нарастает. Это означает, что вот это движение во всем этом импульсе восходящем, оно не закончилось. И вот так берем правильный масштаб для всего движения. Ну или где-то вот часовик. Вполне достаточно даже такого количества баров. Сколько тут диверов? Один и второй. То есть две дивергенции характеризуют третью волну вот этого импульса от 17 июля. Это означает, что не исключено, что мы пойдем еще выше. Фунт канадский доллар. Ну, еврофунт мы уже смотрели. Фунт канадский доллар. Так, я всегда беру большие масштабы, но нас, вероятно, будет интересовать вот этот последний импульс. Здесь нарастает движущая сила. Видим, что, скорее всего, мы находимся в тройке на дейли. То есть 1, 2, вот это все у нас 3. И вот это, вероятно, 5 в 3 развивается. То, что мы видим на 12 часах, здесь 137 баров, здесь нарастание движущей силы идет. И не исключено, что это 3 в 3 вот этого масштаба, то есть вот этого импульса от 17 апреля, который у нас развивается. Открываем дальше, у нас здесь импульс, коррекция, новый импульс, в нем 60. Но остановки тут явно нет, поэтому не исключено, что мы дальше будем расти, расти и расти еще здесь. Здесь 78. Опять же, до последней коррекции мы берем, и нас будет интересовать вот это, что здесь. А здесь нет завершения, это явно видно, потому что в данном случае
не исключено, что у нас вот в этом импульсе, который мы с вами видим на 30-минутном графике, развивается только лишь третья волна. Поэтому, скорее всего, мы еще растем. Дальше, еще можно евро-доллар, пропустил начало, рассмотрите волну CFB, коррекции в четверке. Как это вы так называете волны? Я даже не знаю, какие это волны, а вы сразу их называете. А что их рассматривать? Нас вот это на евро интересовать не будет, вот это прошлое, забудьте про это уже. Смотрите, что происходит вот здесь, вот в этом импульсе. Вот и все. Потому что ваше мышление опять неправильное. Вы, если это, значит то. Нет такого на рынке и быть не может. Понимаете? Если это, значит то, это путь в тупик. Смотрите то, что происходит вот в этом импульсе. И ваша задача ответить на один простой вопрос. Закончился этот импульс или нет? Все. Других вопросов быть не может. Вот смотрите сюда, и там же видно прекрасно, что этот импульс не завершен. Открывайте его в правильном масштабе. Вот так вот. Возьмите 7 минут, если на 6 минутах здесь много баров. И вы увидите, что этот импульс не завершен. Скорее всего, пока мы вот этот максимум не перебьем, ничего вы здесь не увидите. Поэтому продавать здесь рано. Вот. Заходить в покупки, на мой взгляд, смысла не имеет никакого. Фунт, подождите, у меня чат убегает. Так, фунт австралиец, новозеландец. Я на все вопросы отвечаю по порядку, поэтому ждем своей, как говорится, очереди. Чтобы никого не пропустить, соответственно, я делаю именно так. Фунт австралиец, мы видим импульс, коррекцию, новый импульс, нарастающая движущая сила на недельном графике. То, что мы видим на дейли, вполне вероятно, что мы точно так же находимся в тройке, потому что у нас 1, 2 и там, скорее всего, 3, это тройка в третьей волне. Вот всего импульса, то есть вот она развивается, то есть первая, вторая, третья. Интересное движение идет. Оно же потом складывается во что-то и будет видно во что. Здесь 87 баров. На дневном графике мы видим нарастающую движущую силу, мы открываем последний импульс в правильном масштабе и смотрим здесь 113 баров. Опять у нас АУ нарастает, это означает, что даже вот в этом масштабе у нас развивается третья волна. И нет здесь никакого завершения, потому что дальше нам нужно взять 100-140 баров до последней коррекции от текущих цен. Здесь 98 на 4 часах, но мы все равно видим максимум движущей силы, хоть через 0 в четверке. Мы не пробили вот этот максимум, который мы здесь с вами выставляли, и мы идем обновлять максимум вот этой волны. Поэтому вот, смотрите сюда, вы это прекрасно будете видеть, что, скорее всего, мы сориентированы вот к этому максимуму. Откройте последнее движение, и вы будете видеть, что там завершения никакого нет, даже несмотря на то, что там есть дивергенция. Но это только первая дивергенция в этом импульсе. Поэтому в данном случае это четвертая в третьей, скорее всего, была этого масштаба, и мы идем еще выше. Австралиец, новозеландец. Ну что здесь я вам скажу? Здесь мы говорили о возможном обновлении вот этого минимума на дейли, да? Почему? Потому что в данном случае мы находимся в коррекционном движении, но во что это коррекционное движение выльется? В коррекцию всего импульса, который мы в 12 часах видим, либо это четверка будет этого импульса, это мы увидим. Сейчас нас это не будет интересовать. Нас будет интересовать всегда только последний импульс и то, что происходит на рынке сейчас. А во что это сложится потом, вот это потом мы и увидим. Вот. Странно находиться в прошлом, а торговать в будущем, не так ли? 107 баров здесь мы видим в этом импульсе.
о чем мы вчера говорили, о том, что отрабатывается у нас четверка здесь, и о том, что мы увидим, скорее всего, еще один импульс. Происходит это так? Происходит. Потому что здесь только первый дивер был вот в этой волне, в третьей волне этого импульса. Ну и цель это у нас будет ниже 1.10.17 находиться. Поэтому пока у нас... А мы еще вот это движение можем открыть в масштабе. Можем? Вполне. 77, 10 минут, 1, 2, 3, 4. И это может быть четвертая в третьей только быть. Поэтому осторожно. Потому что здесь только первая дивергенция формируется. Так, евро-канадец. Евро-канадец. Ну, мы же его только что смотрели. Что и сказали, что в этом импульсе движение не закончено. Здравствуйте, к сожалению, только что присоединился. Как вы считаете, реально ли такая ситуация? По евро, возможно, коррекция 100-140, 120-140 пунктов вверх, уровень. Да нет никаких уровней. Нет никаких уровней. Уровни вы себе сами придумываете. После чего нисходящий импульс вниз на 300. Но евро-то и так вниз сориентировано. Вы какой интервал-то смотрите? Смотрите дейли. Вы увидите, куда мы идем. По той же простой причине, что в данном случае четверка закончилась на дейли, если хотите, на недельном графике. И у нас вот от максимума 15 мая развивается 1, 2 и, вероятно, тройка. Видите, как нарастает АО? Поэтому то, что вы смотрите на внутридневных масштабах, это не имеет вообще никакого значения. Нужно смотреть вот этот интервал. Вот этот интервал. Где вы будете видеть вот этот импульс весь полностью. И где вы будете видеть весь вот этот импульс полностью. Вот так. Тогда можно о чем-то говорить. 10.90. А откуда вы взяли это 10.90? Я могу тоже с потолка набрать много различных цифр и сказать, что на 1.10.90 мы пойдем. Какие основания для этого есть? Это раз. Во-вторых, зачем заниматься прогнозами какими-то? Какой в этом смысл? Что это вам даст? Оправдается ваш прогноз или нет? Вы захотите себя проверить? Или что? Или вот я люблю такие вопросы задавать, это провокационные вопросы, это нормально. Вот. Это, по крайней мере, дает возможность развиваться, да? И, скажем так, изучать некоторые вещи несколько с иной стороны. Наблюдайте, что будет происходить. А что будет происходить, вы увидите. Потому что вот это не будет иметь значения. Будет иметь значение только последний импульс. И в текущий момент имеет значение только то, что происходит сейчас, а не то, что до этого было. Рассуждение, еще раз я вам говорю, рассуждение, не нужно ничего ждать. Жду коррекции вверх, после которой возможна продажа. Когда вы чего-то ждете, этого чаще всего не происходит. Смотрите по факту и будьте вместе с рынком просто, и все. Больше ничего не нужно для успешной торговли. Вот так. Рынок там, где он должен быть. Вот. В данном случае вот этот импульс вы оцените в правильном масштабе, и вы увидите, здесь только первая дивергенция уходит через ноль. О чем это говорит? О том, что этот импульс не завершился. Все. Увидим, где он закончится, там и увидим это. И там мы и будем ориентироваться на какие-то сделки. Вот так. Это неправильные логические схемы, которые формируют, скажем так, какие-то ожидания, какие-то надежды. Нужно жить настоящим, то, что происходит сейчас. Как говорится, есть такая поговорка, нужно быть счастливым сейчас. Вот поэтому на этом мы и закончим. На этой оптимистической ноте. Благодарю вас за внимание. Желаю успехов и до встречи завтра. До свидания.